Часть 13. Возвращение к Богу. И когда я кончил говорить это, весь дрожа от ужаса, вдруг услышал за собой страшный голос. Я преисполнился такой нежностью.
я твой, Господь мой, Иисус Христос. Возьми меня к себе, хочу быть и оставаться твоим навеки. Далеко я был от тебя, Боже, вечная радость моя, но ты, смилостивившись, приблизился ко мне. Грешил я, но ты образумил меня, блуждал я, не зная, куда идти, но ты навел меня на правый путь. Ушел я было от тебя и потерял и тебя, и себя, но ты, явившись, вернул меня к тебе и тебя ко мне.